ничего не знаем о человеческом мозге. Почему? Сегодня человек разумен, а завтра он вдруг берет нож. И я хочу понять, как это происходит. Вот почему я помогаю полиции. И если вы считаете, что нам не по пути, я очень сожалею. Умерли примерно 3 часа назад. Надо у всех проверить пальцы. На них что-то синее, возможно, яд. Для изготовления подобного яда нужно быть или химиком, или врачом. Химик, гений, да еще и женщина. Никогда в это не поверю. Что вы хотите? То, что вы забрали из квартиры Софьи. Я мог сообщить полицию, но решил дать вам шанс. Эти фотографии могут помочь найти то самое место. Я его видел, Фогель. Мы все не те, кем хотим казаться. Надеюсь, я не переиграл. Добрый день, профессор.